Вот напылили плитку в предыдущем видео. Ну, я прикреплю предыдущее видео, как выглядела плитка до напыления. Вот напылили плитку серебром. Вот обычная плитка куплена была. И вот напыление серебро. Влагостойкая. То есть плитку можно напылять как элементами, так же, как и квадратными метрами собирать и напылять. То есть больше она идет не на пол, а на стены. Ванные, душевые можно. Ну и так для декора. На улице. Наше покрытие чем хорошее, выдерживает на улице. Плюс недавно делали человеку в бассейн просто с нашего зеркала фацетные элементы, такие в виде бриллиантиков, да, большие, под сантиметров 30. Именно бассейн сделали такого пурпурного цвета. Весь выложили в бассейн вместо плитки. И пол, и бока бассейна. И она влагостойкая, наше покрытие, оно не облетает. В то время, как обычное зеркало, через день просто осыпется задняя подложка. Ну и к химии тоже оно себя хорошо показывает. Не обсыпается. Вот то, что вышло.